Всем привет, друзья, с вами я, Ангелина. И сегодня я снимаю видео, как я снимаю клипы. Потому что у меня там одна девочка спросила, как я снимаю клипы. Но ответить я не знаю, как, и за это просто сниму видео. Сначала, чтобы снять клип, я скачиваю приложение. Вот, сейчас я вам покажу. Вот это. Потом, чтобы это приложение, на котором я сейчас снимаю, надо заходить в YouTube. И, ну, и искать момент, там, какие там под песню какую-то. Там просто заходишь в YouTube и пишешь там волки, там пишешь, и все. Ну, например, сейчас я поищу, я не знаю даже какую песню выпустить. Например, ой, сейчас и все. Волки. Так. Вот, и просто смотришь. Сейчас загрузится у меня, а то у меня нагрузит, да? Вот. И просто смотришь там, смотрите, ну, под скрип подбираете. Смотрите, какие моменты подходят к этому видео. К клипу, точнее. Заходите потом в браузер. Либо в Chrome. И пишите там, какая там песня надо вам. Ну, я, например, пишу, если я не знаю, какую песню, я просто так запишу. Ну, вообще, я зазвучай. Захожу на какую-то песню, ну, я просто пишу песни, право руков, и смотрю, какие там есть. И потом уже выпускаю сам, песню, если она мне понравилась, я ее уже сама начинаю выпускать. Например, ну я иногда так делаю, просто песни. Вот. Так, например, Оди. Ноки. Волк. Ноки Волк, 151 песня есть тут разные. Есть я одинокий волк, но я сейчас хочу найти одну песню. Я не знаю, какая это песня. Я просто нажимаю слушать сначала и смотрю, это та, либо это нравится мне, либо нет. Я поиграю чуточку, но она там грузится долго. Ой. Но телефон нечаянно перевернула. Она будет слушаться. Это, конечно, долго надо ждать. Тревожным окутан сном, над землею опять тишина, ты опять покидаешь дом, ты не знаешь сна, что-то шепчет тебе луна. Одинокий волк, ты уходишь от людей, ты в погоне знаешь, что... Ну, мне понять песню. Ты живешь в мечте... Это будет спойлер, какая у меня будет следующая песня, друзья. Как раз вам. Сейчас скачать только надо ее сначала. Загрузка завершена, вот, все хорошо. Так, потом заходим, например, друзья, извините, что я иногда моменты не подбираю новые. Просто я иногда просто не нахожу такие, потому что у меня они есть, например, такие, какие надо. Из-за этого я иногда, ну, не подбираю моменты. Вот, тут у нас встречаются вот такие папочки. Только в самом начале он тут грузит, чтобы, ну, доснять, короче. Так, соберу немного это подальше. Например, 6 минут надо сначала. И я потом вставляю будильнику, например, там сначала, чтобы прислушать, что в самом начале надо будет мне вставить. Например, этот. Так. Дальше, за каждые 6 лайков я выражу видео. Но иногда я делаю, ну, если все-таки вы уже долго не можете их набрать, я выкладываю все-таки видео. Так, тут я через запись голоса, эффект.
мест, ну, интересные, нажимаю местный, а там, где мои именно видео, вот моя музыка. Так, значит, что я могу? Если вы не находите, просто нажимайте недавние, ну, вот, у меня было все чисто на недавние, я нажимаю на одну из песен, ну, например, вот. Так, подправляем немного ее. Пока что у нас вот так выходит, например. Только сначала надо звучить, но у вас она уже не так. Будет звучить в самом видео. Так на несколько. Конечно, вы можете сразу там накидать, но оно будет не таким уже и хорошим. Надо сначала смотреть, что надо ставить. Так, что тут у нас еще есть? Да, это пока что вставим. Посмотрим. Раздвиняем. Надо же еще паузы мне убирать, какие у меня есть. Так, лапы мы убираем, конечно, грязные. Так, разделить. Место и секунды. Так, теперь смотрим. Можно, конечно, ну как платные, это за видео. Либо иногда, если повезет, можно так. Бесплатно. О, то есть... А, не повезло. Вот, сейчас вот так немного убираю, так. Теперь у нас вот эта нижняя слой открыт. Теперь можем использовать, какие нам понравятся. Например, вот такое. Такое у нас есть. Вот эти, друзья, они похожи очень, но они немного разные. Тут белый, тут черный. Но я зачем бы нижний слой использовать. Нижний интересный. Тревожным окутан сном. Над землею опять тишина. Опять покидаешь дом, ты не знаешь сна, что-то шепчет тебе луна. Так, что-то шепчет тебе луна, так. Где она там закончилась, так? Что-то шепчет. Так, все. Разделить. Вот это сейчас мне надо удалить. Теперь мы берем другой уже момент. Например, у меня глубоко, где что-то шепчет тебе луна. Шепчет. Ну, у меня моменты до сих пор дебаг сохранились, друзья. Так. Дальше у нас тут на... Ага, это уже перелистало. Потому что у меня иногда... Даже не иногда, а часто глючит. Так. Короче. Это как здесь может так. Вот, наверное, это сейчас я посмотрю. Вот это оно, а мне оно так. Не, это не оно. Удаляем. Значит, нижний был правильней. Вот. Так. Так, зачем я ударяю? Просто сейчас я немного, как сказать, обленилась. Сейчас, я уже потом после этого видео ударю лишнее. Так, значит, надо нижний. Так. Вот это, да? Выходит, да? Так, да, вот. Наверное, придется нам оставить с этими. А, нет, не придется. Вот так мне просто разделить. Вот это удалить. И копировать. И копировать. Все, она есть у нас. Что-то шепчет тебе луна. Глядя еще. Так, я слова не поняла, подожди. Так, друзья, я все не буду спорить, это некоторые только моменты, я вам покажу, и все. Сейчас я уже последнее делаю, и вам я уже больше не покажу, что дальше там я буду. Например, это 33 секунды, посмотрим, что здесь будет. Белая луна, глядя в черный.
так же, чтобы качественней. Разделить. Все-таки осталось чуть-чуть. А, так конец наоборот. Ну, ладно, друзья, извините уже. Пять из черных своих небес. Да, друзья, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ой. Пока.